Всем привет! Это наше очередное видео от команды Ремпроект. Мы сегодня находимся в одной из квартир, где выполняли комплексный ремонт. Этот ремонт уже 2021 года. То есть вы можете сегодня увидеть и услышать решения, тренды 2021 года. Интересные решения, такие как 3D-обои, бесщелевые натяжные потолки и раздвижные двери. Ну что, поехали? Поехали! Конечно, при наклейке таких обоев очень важно соблюдать рисунки и совмещать их очень четко, иначе ваша картинка просто потеряется и не будет уже смысла в этом. Ребята, и только подходя поближе к этой стеночке, мы уже понимаем, что это не объемный материал, а это обои. И выглядят, согласитесь, они очень эффектно. Конечно, это бюджетное решение, но поверьте, действительно, оно того стоит. Оно позволяет как-то немножко разбавить ваш интерьер, и чтобы ваш интерьер не был такой скучный. Эти обои тоже можно использовать в минимализме, но подчеркивать какие-то определенные стеночки, то есть делать акцент. Также очень важно, что здесь на этом объекте использовались бесщелевые натяжные потолки, и примыкание потолка к обоям сделано настолько плотно, что создается впечатление, что это покрашенный гипсокартонный потолок. Хотя этот потолок натяжной, он более практичный, чем гипсокартон. Ну, об этом мы рассказывали в других видео. Сейчас я вам покажу стык между обоями и потолком, чтобы вы поняли, насколько этот вариант более практичный. Конечно же, стык между потолком и обоями некоторые обыгрывают всевозможными багетами, карнизами, но в варианте минимализма, конечно, карнизы, они смотрятся, ну, ни к чему, ни к селу, ни к городу. Поэтому в этом случае лучше, чтобы белый потолок подходил четко к стенам. И в данном случае это бесщелевой потолок, он отлично выполняет свою функцию. А это уже другая комната, но тут, пожалуйста, не судите строго. У каждого свое мнение по поводу обоев. Я считаю, что это решение довольно-таки интересное. Заказчик, как я уже говорил, очень смелый в своих решениях. Это тоже обои. Но, честно говоря, издалека оно смотрится, как будто это венецианская штукатурка. Правда, такого интересного цвета морской волны. А вам как эти обои? Напишите, пожалуйста, в комментариях. На этом объекте мы использовали очень простые механизмы, на которые, в принципе, можно повесить любую дверь и любого производителя, и они ничем не будут отличаться, в принципе. Механизм работает как бы безупречно, сохраняет нам наше полезное пространство в небольшой квартире. Еще одним из больших плюсов этих дверей – это отсутствие каких-либо на полу механизмов, либо направляющих. Это очень важно. Вы не спотыкаетесь, вы получаете беспорожное также соединение двух комнат. На наших объектах, где присутствует стиральная машинка в санузлах, мы часто используем такое решение, что все выводы от стиральной машинки мы прячем в доступном месте. То есть это под смесителем, где есть сифон, где легко обслужить это все, где в случае, не дай бог, если потекла стиральная машинка, вы открыли шкафчик и легко закрыли кран подачи воды, а не вытягиваете ее там, сломя голову там. Это всегда легко, даже если вы куда-то далеко уехали, вы легко перекрыли это, закрыли, открыли. Либо иногда даже вот эти краны отсекающие мешают сзади, и машинка, как правило, торчит за пределы умывальника. Итак, пару слов о ванной комнате. В этой ванной комнате уложена интересная плиточка, причем она интересна даже не сколько тем, что это крупный формат. Крупный формат сейчас используется во многих санузлах. А интересно своим цветом. Это керамогранит, он такого немножко голубоватого цвета, но самое интересное, что он имеет прожилки натурального мрамора, смотрится очень эффектно.
Я надеюсь, вам понравилось наше коротенькое видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока! Удачи!